20 апреля состоится ежегодная акция «Библионочь». В эту волшебную ночь библиотеки открывают свои двери для ночных посетителей, представляя им не только самые интересные и редкие книги из своих хранилищ, но и проводя конкурсы, викторины, театрализованные представления. Делается это все для того, чтобы привить интерес к чтению, ну и, конечно же, привлечь новых читателей. В 2019 году основная тема акции «Весь мир – театр». Уважаемые жители города и района, Славянская межпоселенческая центральная библиотека приглашает вас принять участие в акции и совершить культ-поход под названием «За кулисами обложки». Откроет праздничный день литературно-игровая программа для детей «Театр открывается», которая пройдет в парке «Аллея любви», начало в 11 часов. В 16 часов детская библиотека приглашает всех желающих поучаствовать в театральных зарисовках. Ждут актеров и герои, и зрители. Здесь же состоится арт-выставка и оживают куклы. В 17 часов любители книг ждут в сквере молодежной. Там состоится мероприятие «Библиотечные подмостки». Мы приглашаем вас с участием театральных студий и клубов. В 19 часов в фойе библиотеки по улице Красной, 37, пройдут театральные состязания «Битва талантов», которые продолжатся театральным вечером. Читая Гоголя, мы узнаем себя. Приходите, интересно проведите субботний вечер. Вход свободный.